А перед началом данного видеоролика я, как обычно, разыграю 200 голды. Чтобы я получить, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании, а также написать хороший комментарий плюс свой ID. И да, пожалуйста, посмотрите данное видео от начала до конца без перемоток. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кент пока на проводе, и сегодня расскажу секреты и фишки в игрушке Stand of 2, так что присаживайся поудобнее, бери чаёху и ставь огромный лайк. Ну что же, а мы начинаем. Ну что же, и начнем наше видео с небольшого секрета про Керамбит Голд. Я думаю, что вам всем интересно, как же можно ее получить совершенно бесплатно, без донатов и без гифтбоксов. Если вы очень везучий человек, как мой подписчик, который мне скинул данный скриншот, то в конце раунда вы, черт возьми, сможете его получить. Да, детка, да, да, Керамбит Голд. Блин, братан, я за тебя очень рад, потому что ты получил, благодаря своей невероятной удаче, совершенно бесплатно Керамбит Голд. Ну а дальше я вам расскажу, как же можно себе сделать цветной ник. Это, ребята, крайне просто, но есть одна небольшая проблема, то что все, кроме вас, его видят, но у вас он отображается обычным цветом. Теперь я вам покажу, как все это выглядит со стороны. Вот это, ребят, мой ник, Кента ПК, видите, красным выделено. Вот это я в переписке, видите, я спрашиваю, какого цвета мой ник, и мне отвечает код красного цвета. А теперь я вам покажу, как я все это сделал. Ну что же, все очень просто, нам всего лишь надо написать color red и потом slash color, и все, наш ник будет теперь всегда красным. Лайфхак от проигроков: в первом раунде гораздо выгоднее всегда покупать P350, потому что он стоит вдвое дешевле, и вы экономите кучу денег на следующий раунд, но при том он ничем не уступает диглу. Поэтому всем рекомендую покупать именно его, и все проигроки делают именно так. И прямо сейчас я вам покажу очень крутую и очень полезную подсадку. Мы подбегаем на это место, и нам надо просто запрыгнуть на нашего тиммейта. И черт возьми, ребята, мы видим полностью всю карту. Это очень полезно, очень классно и очень круто. Так что ставьте лайк, кто не знал, а кто знал, напишите в комментарии. Ну а дальше я вам покажу прикольную команду, при помощи которой вы сможете затроллить вашего друга. Например, я затроллю Тиктака. Отправить сообщение и пишу «Ты нубло». В чем прикол вообще всего этого? А прикол того, что это отображается полностью на весь экран и сделано огромным шрифтом. Как все это делается? Вы, ребят, просто пишите size, дальше равно размер шрифта, пишите нужное слово и опять size. То есть все это крайне просто, но при том довольно-таки прикольно. И еще одна очень полезная фича, это, ребята, прицел. Я не понимаю почему, но очень мало людей, которые его нормально настроили. Смотрите, вот это настройки прицела, я хочу, чтобы у вас всех были такие же. Ну или, конечно, можете подставить под себя, как вам будет удобно. Смотрите, управление, редактировать, но самое главное, чтобы прицел был статическим. Это самое главное. Ну а вот это мои настройки. И если поставите такой прицел, то вам станет гораздо легче, гораздо проще убивать ваших противников. И еще один очень полезный лайфхак: на гонке вооружений играйте только с ножом, потому что при помощи ножа вы из одного убийства сразу получаете одно очко, вот как я только что получил. Просто одно убийство, один удар, и у меня уже 2 очка буквально за 5 секунд. Ребят, это очень круто, и я всем советую играть только с ножом. Уже 3 очка, я просто в шоке. Ну что ж, в принципе, на этом все. Ребят, пожалуйста, поставьте огромный лайк, напишите ваш хороший комментарий, и кто напишет больше всего комментариев, тот получит приятный бонус, возможно, даже 100 голды дополнительно. Так что, ребята, пишите много комментариев, и самое главное, подписывайтесь на этот канал и на мой второй канал, ссылочка есть в описании. Также в описании есть ссылка на мою группу, там проходит конкурс на керамбит, а также голду. Все, ребята, всех люблю, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.